Как поддержать региональную экономику в сложное время? В условиях пандемии важно не потерять финансовое равновесие. Тему обсудили на заседании оперативного штаба. Бизнес поддержать из резервного фонда правительства, также предоставить рассрочку кредитных и налоговых платежей. Предприниматели без помощи не останутся. Приняли решение об освобождении от уплаты арендных платежей на период до 1 сентября за пользование областным имуществом. Избежать искусственного дефицита и обмана покупателей. Особое внимание уделяется продовольственной безопасности. В Ульяновской области разрабатывается служба по мониторингу цен на товары первой необходимости. Сферы туризма, образования, торговли и общепита уже успели пострадать от пандемии. Для предупреждения возможного декаданса правительством разработаны программы кредитования. Ставки от 3 до 6% годовых. Эти условия намного удобнее тех, которые предлагают коммерческие банки. Мы понимаем, что это мера беспрецедентная для нас, но мы идем на этот шаг для того, чтобы поддержать целый ряд отраслей экономики. Также упрощаются процедуры закупок необходимых товаров для госучреждений. Для возрождения отраслей правительством создан резервный фонд. Над ним совместно поработали представители Счетной палаты и парламентарии. Поправки в проект бюджета внесут в ближайшее время. На подмогу будет направлено 500 000 000 рублей. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.